Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Qubitex. Qubitex в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Qubitex с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, мы понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. На сайте нам сразу предоставлен к просмотру промо-ролик о данной ICO Qubitex. Также мы можем ознакомиться с документами. Qubitex – это биржа нового поколения для осуществления операций с криптовалютой. Покупка, продажа, обмен и трейдинг. Так, что же такое Qubitex? Это в первую очередь надежная и продвинутая платформа для криптовалют. Также это защищенные кошельки. Разнообразие рынков криптовалют для покупателей и продавцов. Также это образовательная программа, создание учебного центра, проведение семинаров, языковая диверсификация, то есть поддержка многих языков, ускорение транзакций в секунду, 12 миллионов транзакций в секунду. Преимуществами использования Qubitex является биржа, которая готова зарегистрировать любое количество пользователей, залистить любое количество новых криптовалют, и это все без потерь производительности. Также это удобство в использовании, высокий уровень защиты и безопасности, использование технологии блокчейн, децентрализация, что немаловажно, это щадящие комиссионные. Также мы можем видеть обзор токена, название KBX. Soft cap, hard cap мы можем видеть. Также нам предоставлены изображения с распределением токена и также с распределением средств. Что касается распределения токена, здесь можно отметить, что команда оставила для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Что касается распределения дохода, мы можем видеть, что они пойдут на развитие оборудования, продвижение маркетинга, юридический аспект партнерства, резерв, административный аспект. Следующим разделом идет дорожная карта. Мы видим, проект стартовал в 2017 году. Можно отметить четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Далее нашему вниманию предоставляется команда проекта.
Можно сказать, что команда хорошая, внушает доверие, спокойствие. Ведь над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Многолетний опыт команды в разработке высококлассных интеллектуальных систем делает проект Qubitex достижимой целью. За этим проектом стоит высококвалифицированная команда с успешным опытом в разработке продукта. Конечно же, есть партнеры, мы их можем видеть. Также на сайте есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Вы можете обратиться, кликнуть, и всплывет окошечко с ответом. В конце сайта нам предоставлены социальные сети, где мы можем стать подписчиками, получать больше информации о данном проекте, быть в курсе последних событий. На этом обзор нового ICO проекта Qubitex закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!